Готовы и ждут отмашки. Первый заместитель главы города Владислав Логинов отчитался о готовности городских служб к началу ремонта дорог. Большинство контрактов с подрядчиками уже подписано. Логинов заявил, что, цитата, «как только наступят теплые дни, красноярцы сразу увидят ремонтные бригады». Конец цитаты. Работы будут вестись поэтапно по всему городу. Начинаем со входных групп. Это въезд в город со стороны Солонцов, улица Брянская. Это будет Октябрьский район, это будет улица Свердловская. И рассчитываем, что в июне месяце первые объекты мы уже закончим.